Блин, и тут вдвоем? А то есть сверху можно, да? Да. А, он просто этого отправляет туда по сути. Ни хрена себе, да, прикольно. Чего можно, короче, чтоб он тебя видел, и потом ты сзади его убиваешь, все. Там очень легко. Так, а где тут все это? А, вот. А, сверху. Как убить? Они дотягиваются. Не, кстати, ты можешь сразу телепортироваться, когда за тобой шарик. Я повернулся, что это такое? Да, долго пробел нажимал. Что? Червь, пока я не использовал способность, они не прорисовались. Вот именно, я тоже это заметил. Просто, да? Ну, блин, странно, никого нету. Опа-на. Блин, сейчас три свитка. Это, кстати, полная локация, скорее всего, как раз и глава будет. На самой верхней, да. Ну, короче, его минус. Сразу. Блин. Жирная жопа совсем. Нет, потом я из тебя не смог обратно забраться как-то. Как это? Ну, полностью прозрачный для дробилки. Я могу что я вот так пройти? Да, могу. Прям совсем без палевни. Заколебал, блин, не хочешь чат к нему идти. А еще один снайпер. Ты так же другой игру. Да и сколько. Блин, они опять отрисовались. Да иди ты, блин, нафиг, а со своим мечом. Они не могли заново отрисоваться. Не, ну другие отрисовались прям. Ну, их не было, они хопано появились резко. Долбаная анимация меча. Вот нахрена ты его складываешь постоянно? Хотя бы не с самого начала. А, это ты последнюю локацию, которую ты посетил. Просто взяли по единице, не знаю. Нет, иди нахрен! Да
Да пошел ты! Как ты заметил вообще? О, 7 метров. А как я его не запал? Ты на спину прикрепил, что ли? Угу. То! Ладно, допустим. Хорошо. Сейчас тебе верну. Как ты меня вернешь? Надо в другую локацию идти. Не вернула тебя, что ли? Я ж был уже в локации этой. А откуда я знал, что ты в этой локации был? Ну, потому что там мой труп нет. И? Ну, значит, я был в этой локации. А ты дебильная. О! Я тут слава. Блин, а? Спасибо. Но он же не успел даже. Устал и все. Вообще разучился уже. Ты... Побил.
ты увидел? Обед, да? Доченька, да. Здание осталось последнее. А свиток? Я забрал уже. Так, ладно, в святилище зайти. Я все равно как хотел сказать, ну не можем мы как обычные люди через дверь заходить, только через окно. А мы ту сломали, нет? Может сначала ту сломаем? Да, если они опять не возродились. А, нет. Давай-ка лучше туда, потому что нам туда и надо. А, ну да. Там-то это чипом, по-моему, выход. Потому что он был полностью закрыт. А, вот ты, кстати, сюда пошел, а я налево. Mm-hmm. Куда бы? Да, вот сюда. Так вот. Потом. Хен потом будет. Так вот, оба. А, и сверху полностью свет. Меня убивает. У тебя кунау есть? А, да. Бери одного, я второго просто, и все. А, ты так спрыгнуть можешь? Или... Спрыгни на эту, я... Да, могу. Давай, прыгай. Выполнить убийство сверху с высоты 10 метров. Ну я вроде уже что-то выполнял такое. Свиток тут. А бы еще что-нибудь прокачать. А, да, тут все бы. А, это все начало уже обратно. Все, я теперь могу невидимый бегать. Какая невидимка? Каге. Левая сверху. Ну, посередине. Да, все. Я бы не сказал, что это прям полезно, но, в принципе, можно прикольно поиграться. Опять консена, да? Я ж зашел. Мы всех убили тут. А я так качался? А, ну, блин, простите. А, мы сейчас же против босса будем сражаться. Не, просто как тут вообще боссы сделаны? Да, вот тоже интересно. Пол игры прошли, ни одного босса не встретили. Знаешь, в Думе тоже нету почти боссов. Чисто под конец и все. Это нагробие. Что здесь случилось? Птичка. Посох, видимо. А вот типа старый макет. Света. Еще одно видение. Истекающий спрей, она проистекает из души создания, лишенные души не смогут создавать и управлять ее. Ты видишь на стене царапины от росомахи? А рогами все в порядке? Видение. Это был мастер.
Цуэйси, что научил предводителя Кайха техник, которая позволила им поймать тебя и императрицу. Это его слова. Но как ты... Просто знаю, как у Мавзолея, видимо, это в памяти генерала. Хоть Цуэйси был врагом Нисеку, но его мудрость отрицать нельзя. Он научил главарей Кайха многому. В том, что касается сущности стихии... И сказал им эти слова. Как думаешь, у меня есть душа? Ты их древнецы сказано что-нибудь про душу Арагами. Я так не думаю. А это важно? Конечно важно. Разве ты не понимаешь? Моя сила тени, она не создана ритуалом моего призыва. Она проистекает из души. Не будь у меня души, не было бы из-за этой силы. Но чья это душа? Откуда она взялась? Я не человек, а души ниоткуда не появляются. А что если я чья-то реинкарнация? Я владею силой тени и мечом, так будто сжился с ней. Причем с самого момента пробуждения. Это уже странно, да. Это потому что... Я Арагами, или потому что во мне сейчас души другого человека, который был при жизни опытным мечиком и мастером тени. Что если... Я есть зло. Арагами, прошу тебя, остановись. Что ты хочешь сказать? Прости, в голове чужие воспоминания. Я просто хочу понять, кто я. Мне будто еще чего-то не достает. Души тебя не достает. Конечно, я все понимаю. Наверное, ты думаешь, что я очень плохой призыватель. Я вызвал тебя, но не могу даже ответить на простой вопрос про Арагами. Теперь он не понимает. Знаешь, возможно, ты прав. Возможно, Арагами реинкарнация мертвых воинов. Возможно, в прошлом ты сражался в рядах Нисеку. И поэтому владеешь силой тени. Не волнуйся, мы выясним твою истинную сущность, я в этом уверен, но пока что не отвлекайся, нельзя, чтобы Хикару тебя одолел. А я думал, это типа башня босса. Блин. Они нам не дадут, наверное, таким темпом. Не, скорее всего, в конце будет. А почему я вообще красного выбрал? А потому что я синего выбрал. Там два цвета было пока что. А, да. Время пришло и нового пути нет. Я не знаю, что приготовила тебе Хикару, но помогу всем, чем смогу. Будь осторожен. Хорошо. Не волнуйся, Мика. Я с ним расправлюсь. О, вот есть этот цветок. Я знаю, что цветок есть, как туда попал. Не скажу. А смогу за карту выйти? Пропустим босс-файт сейчас.